На искусственном газоне стадиона «Северный» прошли очередные матчи турнира на Кубок Волги. И пусть некоторым участникам соревнований мяч в прямом смысле почти по колено, но здесь играют футболисты 2005-2006 года рождения. Страсти кипят не хуже олимпийских. Тем более, что накануне начались матчи финальной стадии розыгрыша Кубка Волги. Во второй четверке команда «Дюсш-НН-3» со счетом 4-1 выиграла у «Сармевичей», а «Дюсш-НН-2» оказались сильнее «Балахнинской волны». Правда, эта победа была техническая. Подобного не случилось в матчах так называемой группы смерти, ведь здесь отношения выясняли сильнейшие команды турнира. На кону распределение мест с 1 по 4. И в первом туре финальной стадии Кубка Волга-Сормова в ничью 1-1 разошлась с Дзержинским химиком. С Дюшор-8 уступила команде Дюсш-НН-1 со счетом 0-2. Теперь юным спортсменам предстоят футбольные баталии второго тура финального этапа. Они пройдут на том же Северном уже завтра. Григорий Жигин, Сергей Пермовский. Объективно спорт, ННТВ.